хорошо. Это вот наша больная тема. То есть идет сборочная техника, отваливает вал, и прямо под пешеходный, где пешеходный переход, люди либо по колено в снегу, либо скачут через этот вал. То же самое и с остановками общественного транспорта. Снежные завалы мешают пассажирам свободно садиться в маршрутке. Несмотря на то, что дороги сейчас в удовлетворительном состоянии, расслабляться рано. При следующем снегопаде история с автомобильными заторами может повториться. И в этом случае, по мнению чиновников, необходимо, чтобы дорожные службы работали круглосуточно. Те моменты, которые мы в ходе предыдущих объездов отметили, мы до глав довели. Я считаю, что мои коллеги справятся с этой задачей.